15-летие нашего банка. На общем собрании вкладчиков председатель правления господин Шипучин сделает доклад о финансовой деятельности банка и о прибылях. Да. Семь, два, три. Ох. Замучился совсем. Четвертые сутки пишу и глаз не смыкаю. С утра до вечера здесь пишу, а с вечера до утра дома. И нигде покоя. Ой. А тут еще воспаление во всем теле. Озноб, жар. Ноги ломит. А. И в глазах эдакие. Мешковечи. Не принимаю сегодня. Не стучите, господа. Стекло разобьете. Председателю доклад пишу. Поймите. Юбилей. Тащи все в председательский кабинет. Да пошли в аптеку, чтобы взяли валерьяновых капель еще на 15 копеек. Он будет доклад делать, а я сиди и работай на него, как катом ты, мерзавец. Честь имею поздравить ваше пускайство с 15-летней годовщиной банка. Благодарю, голубчик. Благодарю. Этот ваш подарок, дорогие сослуживцы, я буду хранить до самой смерти. Как воспоминание о счастливейшем дне моей жизни. В своем докладе, который я буду иметь честь прочитать сегодня на общем собрании... Какой гамбета, подумаешь. Он в этот доклад одной поэзии напустил и больше ничего. А я вот день-деньской на счетах щелкаю, как каторжный. Черт бы его душу драл. Не семной.
Пока я имею честь быть председателем правления нашего банка, сделано что-нибудь полезное, то этим я обязан прежде всего своим сослуживцам. Обещал наградить за труды. Если все сегодня сойдет благополучно и удастся втереть очки публике, обещал золотой жетон и 300 рублей наградных. Увидим. Спасибо вам за службу. Милостивые государи, за все спасибо. А если труды мои пропадут даром, то, брат, не взыщи. Я человек вспыльчивый. Я под горячую руку могу преступление совершить. Да! Благодарю. 6 часов обед. Прошу. Мерси. Сергей Сергеевич. Андрей Андреевич, поздравляю. 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 Давайте, 15 лет! 15! Не будь я шипучим. Вот служащие поднесли мне альбом. А, прошу, члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес и серебряный шпаг. О, поздравляю! Прошу, прошу. Великое дело тот. Великая! Не будь я шипучим. Обстановочка какова? Что за обстановка? Да. Вот говорят, что я мелочь. Что мне нужно только, чтобы у подъезда стоял толстый швейцар, чтобы замки у дверей были почищены. Ну нет, судари мои. Толстый швейцар и замки у дверей не мелочь. А. Дома, у себя я могу быть мещанином. Парвеню, слушаться своих привычек, но здесь все должно быть авангард. А здесь банк, не будь я шипучим. Здесь каждая деталь должна импонировать, иметь, так сказать, торжественный вид. Кузьма Николаевич, голубчик, ну что у вас? Каждую минуту сюда может войти депутация от членов банка, а вы... Да еще в валенках, в каком-то пиджаке дикого цвета. Могли бы надеть фрак, ну, наконец, черный сюртук. Для меня здоровье важнее ваших членов банка. Ой, у меня воспаление во всем теле. Да, но вы нарушаете ансамбль. Если придет депутация, я ей спрятаться могу. Невелика беда. 1, 2... Да, батенька, 15 лет. 15! Не будь я шипучим. Что мой доклад? Подвигается? Да, осталось всего страниц 5. Прекрасно. Значит, к 3 часам будет готов. Великолепно. Пожалуйста, голубчик, дайте мне первую половину. 47. На этот доклад я возлагаю громадные надежды. Наш банк в настоящем и будущем. Это, кстати, мое profession de foi. Или лучше сказать, мой фейерверк. Фейерверк, не будь я шипучим. Каково, а? Поэзия? О! 4 часа общее собрание, а в 6 обед. Прошу. Ну-с, а после обеда предполагается маленькая экскурсия. По дождикам гуляла прелестная Мадлен, приподнимая юбку чуть-чуть поверх колен, чтобы не испачкать платья
и шелковых несу, и кружевных фру-фру, и кое-что другое. Алло. Здоров? Соскучился? Да это же я. Да Танюша, я. Я с вокзала. С вокзала. Что? Что? Если б ты только знал, что было. Что было? Да ну не вежа, боже. Да нет, же это я не тебе. Нет, не тебе. Я сейчас еду. Что было? Сейчас должна приехать моя супружница. Признаться, я не рад этому. То есть я рад. Но мне было бы приятнее, если бы она еще денька два пожила у матери на даче. Нос, я улетучиваюсь. 6 часов, прошу. Сошусь. И кое-что другое. Да. Стал я, однако, адски. Ночью у меня опять был маленький припадочек подагры. Все утро провел в хлопотах. Потом эти волнения, овации, ажитации. Устал. Тоже неприятность. Сегодня утром опять была ваша супруга и опять жаловалась на вас. Говорила, что вы за ней... Вчера ночью с ножом бегал. Кузьма Николаевич, на что это похоже? Осмелюсь ради юбилея Андрея Андреевича обратиться к вам с просьбой. Прошу вас, хотя бы из уважения к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь вы в мою семейную жизнь. Прошу. Невозможно у вас характер. Человек вы прекрасный, почтенный, а... С женщинами себя держите, какой-нибудь Джек-потрошитель. За что вы их так ненавидите, не понимаю. А я вот не понимаю, за что вы их так любите? Было бы хорошо, если бы вы на юбилейный обед не приглашали дам. Я знаю, вы их напустите полную залу. Смотрите, они вам все дело испортят. От них всякий вред и беспорядок. Какие пустяки, напротив? Женское общество возвышает? Да, возвышает. Вот ваша супруга, кажется, образованная дама. А в понедельник на прошлой неделе такое выпалило, что я только 2 дня руками разводил. Вдруг при посторонних спрашивает: ах, правда ли, что мой муж у нас в банке накупил акции Дряжско-Пряжского банка, которые упали на бирже? Мой муж так беспокоится. И это при посторонних. Я не понимаю, зачем вы с ними так откровенничаете? Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели? Довольно. Это слишком мрачно для юбилея. Да. Однако, кажется, у меня начинается нервная дрожь. Нервы так разошлись, что, кажется, достаточно... малейшего пустяка, чтобы я расплакался. Но нет,
Нет, нет. Надо быть крепким. Крепким, не будь я шипучим. О, милый! Здравствуйте, Кузьма Николаевич. Я раздеваться не буду, я на минутку. Кланялась тебе мама и Катя. Василий Андреевич тебя велел поцеловать. Тетя прислала тебе банку варенья. И все сердятся, что ты ничего не пишешь. А Сережа тебя велел поцеловать. Что же это такое? Вижу, ты мне совсем не рад. Я ж по глазам вижу, что не рад. Нет, напротив, милая. Ах, боже мой, ты знаешь, что было. Ах, что было. Ты знаешь, мне даже страшно рассказывать, что было. Танюша, мы мешаем Кузьме Николаевичу. Ему надо доклад кончать. У нас сегодня юбилей. Пойдем, милый, пойдем. Юбилей? Поздравляю. Пойдем, милая. Так это значит общее собрание, обед. Вот это я люблю. Многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич. Поздравляю вас, господа. Поздравляю. Желаю вам всего хорошего. Поздравляю. Я даже не знал, что сегодня юбилей. А помнишь, что замечательный адрес, который ты так долго сочинял? Это вы его и будете ему читать сегодня, да? А тот красивый серебряный такой же банк, милая, который ты сам купил же! Ты же купил же сам! Милая, ну разве об этом при всех говорят? Право, ехала бы ты там? Сейчас. В одну минуту. Все расскажу и уеду. Ну-с, когда ты меня проводил, я, помнишь, села с той полной дамой и стала читать. В дороге я не люблю разговаривать, и три станции все читала, и ни с кем ни слова. Ну, наступил вечер, потом, знаешь, пошли какие-то мрачные мысли, а напротив сидел молодой человек. Ничего, не дурненький брюнет. Ну, разговорились. Потом подошел моряк, потом какой-то студент, а я им сказала, что я не замужем. Как они за мной ухаживали. Мы болтали до самой полуночи. Брюнет рассказывал ужасно смешные анекдоты, а моряк все пел. У меня даже грудь заболела от смеху. А когда этот моряк, ох, эти моряки, когда этот моряк узнал, что меня случайно зовут Татьяна, и ты знаешь, что он пел? О-хо, Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Танюша, милая, мы мешаем Кузьме Николаевичу. Боже мой, ну ничего. Это даже очень интересно, пусть он послушает. Сейчас кончим. Значит, на станцию меня выехал встречать Сережа. И подвернулся тут опять какой-то молодой человек, подотной инспектор, кажется. Ничего, славненькие глаза особенно. Сережа меня представил, и мы поехали втроем. Погода была чудесная, ты знаешь. Куда? Закрыт банк. Что вам угодно? Что вам угодно? Извольте ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, губернский секретарь Мерчуткин, был болен 5 месяцев. И пока он лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали. А когда я пошла за его жалованием, то они, извольте ли видеть, взяли и вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, говорю? А он, говорят, брал из товарищеской кассы, и за него другие ручались. Так как же так, ваше превосходительство? И что он мог без моего согласия брать? Так нельзя, ваше превосходительство. Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами.
Я слабая, беззащитная, от всех обид терплю, ни от кого доброго слова не слышу. Позвольте. Кузьма Николаевич, хотите, я вам сейчас расскажу все-все-все с самого начала, слушайте. Ну вот, на прошлой неделе получаю я от мамы письмо, что Кате сделал предложение некий Гринделевский. Прекрасный, скромный молодой человек, но без всяких средств и никакого определенного положения. И на виду, представьте себе, Катя увлеклась им. Что тут делать? Мама пишет, чтобы я немедленно приехала и повлияла бы на Катю. Позвольте, позвольте, позвольте. Вы меня сбили. Вот тут мама, Катя, я сбился. Я ничего не понимаю. Ну, ничего, ты молодец какая. А вы слушайте, когда с вами дама говорит. Что такое? Ну, что с вами сегодня? Что вы такой сердитый, а? Что? Влюблены, а? Влюблены, да? Покраснел, да-да-да-да-да-да. Покраснел. Танюша, нет, пойди на минуточку в контору, я сейчас. Танюша. Ничего не понимаю. Чего не понимаю? Вы, очевидно, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу к нам совсем не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. Я уж, батюшка, в 5 местах была. Нигде даже прошения не приняли. Я уж и голову потеряла. Да спасибо зятю Борису Матвеевичу. Надоумил к вам сходить. Ну, говорит, мамаша, обратитесь к господину Шипучеву. Они влиятельный человек, все могут. Помогите, ваше превосходительство. Мы, госпожа Мерчуткина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству. А наше учреждение совершенно частное, коммерческое. Здесь банк, как ни понятие. Идиотка. Ваше превосходительство, то, что муж мой болен был, так у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, извольте. Прекрасно, поглядеть. Прекрасно. Я вам верю, но это к нам не относится. Вот пробка не будь ошибочна. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Ваше превосходительство, он у меня ничего не знает. Зарядил одно, пошла вон, не твое дело, и все тут. Повторяю, сударыня, ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству, а здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите вы мне хоть 15 рублей, я согласна, не все сразу. Андрей Андреевич, она и вас, и меня замучит, подлая. Так я никогда доклада не кончу. Сейчас, сейчас. Да поймите же, обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку. Андрей, мне скучно, можно войти? Погоди, милая. Ой, боже мой, боже мой. Вам не доплатили, но мы-то здесь при чем? У нас сегодня юбилей, извините, сударыня, мы заняты. И сюда каждую минуту могут войти, извините. Ваше превосходительство, пожалейте меня, сироту. Я женщина слабая, беззащитная, замучилась до смерти. И с жильцами судись, и за мужа хлопачи, и по хозяйству бегать. А тут еще говею, и зять без места. Я аппетиту лишилась, одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою. Всю ночь не спала. Госпожа Мерчуткина, я... Нет, извините, я не могу разговаривать с вами. У меня даже голова закружилась. Вы нам мешаете. Поймите. Андрюша, можно? Я не могу. Кузьма Николаевич, объясните, пожалуйста, вы госпожа Мерчуткина.
Мне некогда с вами разговаривать, мадам. Я занят. 6990 тоже 6923. Получено по оценке разных дебиторов 7-8. Что вам угодно? Я женщина слабая, беззащитная. На вид, может, я и крепкая. А ежели разобраться, во мне ни одной жилочки нет здоровой. И аппетиту лишилась. Кофе, но не пила. Без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно? Прикажите вы мне 15 рублей. Остальные хоть через месяц. Ведь вам, кажется, русским языком сказали, что здесь банк. Так, так, понимаю, батюшка. А ежели нужно, я могу медицинское свидетельство представить. У вас на плечах голова или что? Миленький, я и не чужое прошу, а свое по закону мне и чужого не надо. Я вас спрашиваю, мадам, у вас на плечах голова? Или что? Поехали мы на вечер к Бережницким. На Кате было голубое фуляровое платье, знаешь, так с легким кружевом, с открытой шейкой. Ей очень к лицу высокая прическа, и я ее так и причесала. Как она оделась, причесалась, ну, просто очарование. Да, да, очарование. Андрей Андреевич! Андрей Андреевич, прикажите швейцару выгнать ее в шею. Это что же это такое? Нет, 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 нет. Она виск поднимет, в этом доме много квартир. Так мне надо доклад писать. Я не успею. Кузьма Николаевич, у меня мигрень. Опять, кажется, подагра разыгрывается. Не могу я ее голоса слышать. Объясните ей, голубчик, как-нибудь помягче, поделикатнее. Напустили баб, полон банк. Не могу я доклады писать. И так, понимаешь, поехали мы на вечер к Бережницким. Ничего весело было, но не особенно. Я вас, мадам, последний раз спрашиваю. У вас на плечах голова или что? Миленькая, я их не чужое прошу, а свое по закону. Я вас спрашиваю, у вас на плечах голова или что? Ну, мне некогда с вами разговаривать. Я занят. Прошу. А деньги как же? Ну, одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что. Ну, нечего, нечего, своей жене постукай. Я губернский секретарь, со мной не очень. Ломник, в присутствии? На месте в валенках сидит мужик. Да как ты смеешь, скважина? Схожу к адвокату Адаму Карлычу, от тебя звания не останется. Своих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала дойду. Пошла! Ваше превосходительство!
что-то сделайте, милость, будьте отцом родным. Ежели мало медицинского свидетельства, я могу из участка удостоверение представить. Пожалейте сироту, ваше превосходительство. Уважаемый
дорогой Андрей Андреевич, бросая ретроспективный взгляд на прошлое нашего финансового учреждения и пробегая умственным взором историю его постепенного развития, мы получаем в высшей степени отрадное впечатление. Мы после. Мы после. Воды. Убейте его!